И всем здорово! Я тебе в рожу не пометил тебе. Всем здорово, пацаны, у микрофона, как всегда, Раш, сегодня со мной Ерокс, ребятки. Заказал мувик за 50, 505 косарей рублей, ты представь? Деньги есть. Мы, короче, ребятки, отправили вместе с... Нет, вместе с Реусом, я обманываю. Я один отправил, ребятки. Трем мувимейкерам, ребятки, свои киллы. Киллы мы сделали постановочные с подписчиками, просто так, чтобы посмотреть, что из них вообще возможно сделать. Ну там прям видно, что это постановочные. Новочные киллы было, ребятки. Но мы отправили трем мувимейкерам за 50, за 500 и 5000 рублей и получили спустя 3 дня все мувики, ребятки. Я их не смотрел. Сегодня 5? Я буду смотреть первый раз. Мне дико интересно, что же мне там наделали, ребят. 5000 рублей. Но это жестко. Ладно, ребят. Ну, а итоги прошлого конкурса уже у тебя на экране. Поздравляю победителя. Ну и по традиции каждый лайк под этим роликом будет равен одной голде. Сколько лайков соберете, столько голды и получит кто-то из вас. Для участия, ребят, всего лишь нужно досмотреть этот ролик от начала до конца, без перемоток, это очень важно. Также подписаться на мой канал обязательно с колокольчиком и ставить комментарий с тем 1 стандов 2. Ребятки, всем, кто кушает, желаю приятного аппетита и приятного просмотра. Погнали! Не хватает адреналина? Тогда тебе Warface. Динамичный бесплатный шутер, в который играют миллионы игроков. В игре есть куча PvP и PvE миссий. Любители PvP могут сражаться в 11 крутейших режимах, а ПВЕшники могут наслаждаться ежедневными заданиями во всех уголках планеты и даже в самой настоящей Припяти. Самое время начать играть в Warface как новым, так и бывалым игрокам, ведь сейчас в игре проходит тематический сезон Рой, самая мясная спецоперация в игре с новыми геймплейными механиками, так что если хочешь покрошить сотни врагов, обязательно зацени ее. Также в сезоне добавили две новые PvP карты для режима мясорубка и карту туннель для командного боя. Тематические награды, достижения, косметические предметы и еще кучу плюшек. Warface стал доступен в Steam. По ссылке в описании забирай подарки и начинай играть через любимый лаунчер. В игре доступно более сотни видов современного стрелкового оружия. Не каждый шутер может таким похвастаться. Оцени сезон Рой в Warface лично. По ссылке в описании забирай набор подарочных снаряжения и врывайся в игру. Ну шо, Ерлан, 50, 500 и 5 косарей. Да, это жестко. Короче, пацаны, сегодня будет жарко, сегодня будет жестко. Я готов. Мувики открываем в первый раз, ты готов? Заказали мы, кстати, мувики под... Нет, вообще еще не открывал и не смотрел. Заказали мувики мы, ребята, под трек Голда. Наш с Ероксом и кумиром трек. Трек, да. Поэтому, блин, дико интересно. И надеюсь, там годный робот. Давай, 50 рублей, погнали. Уже звуки поставлены. Это что такое? Там мне моментом какой-то такой типа. Не, слушай, ну прикольно. 50 рублей. Звуки прикольно уже поставлены. 40 секунд идет, правда. Блин, ну трек очень плохо слышно, на самом деле, я тебе скажу так. Нет, ну 50 хотя бы. За 50 рублей, братик, это да, это жестко. За 50... Пацан, у меня не активирована винда, сори. Ну, пойдет, да. Блин, ну а бит, по-моему, не попадает, если честно. Хотя, когда как, не понимаю. Нет, ну за 50 рублей это вообще неплохо будет, честно скажу, не знаю. Ну да, 50 рублей, блин, да, дешево для этого мувика. Я бы отдал деньги за такой мувик. Ну блин, Ярлан, а в бит-то не попадает. Бит не попадает. Эффекты есть, да, звуки, заморочился чел с пролетками, но блин. И резко обрывается. Да, блин, интересно. Я надеюсь, что в следующем мувике такие не будут. Ладно, но за 50 рублей годно, лайк. Ребят, ссылочки на всех мувимейкеров я оставлю в описании, поэтому заходите, сделайте им приятное своей подписочкой и лайком, блин, классно. Неактивированная винда меня очень сильно смущает, меня максимально. И напишите им теплые слова. Теплые слова. Ну что, я готов смотреть мувик за 500 рублей. Но превьюшечка, что там? Присмотреться под микроскопом. Ну, кажется, там текст. Что-то написано, да. Ладно, погнали. Мувик за 500 рублей, пацаны. 3, 2, 1. Я готов. Так, это вопросики какие-то. Голда. Опять вопросики какие-то.
Ого, раз. Это ты. Это типа мы ноунеймы какие-то. Типа, типа, короче, наши какие-то два ноунейма, Галтрек Голда. А, серьезно? Да, два. Там должен быть я с кумиром. Да, это мы. Ну, прикольно. О, это уже получше. Да. О, неплохо. Трек-то вообще качает. Какой-то прикольно. О, офигенно, смотри, смотри. Да, типа, тук-тук. Сейчас, смотри, смотри. Да, 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 такая, типа, не. Бум, да, минус 3, нормал, десна. Ой, это вообще классно, минус 5, я их дал постановочно. Ну ладно. Не, слушай, ну... А там будет еще, где я пою? А вот этих вот навязчивых эффектов, кстати, нету, галок. Да. О, прикольно. Не, неплохо, неплохо, чел заморочился. Мои пули летят, словно ветер. Занимаю в ММ лучший рейтинг. Ну, слушай, ну, мувик рублей. Неплохой. За 500 рублей, типа, да, годно, ребят. Но почему эти мувики так резко обрываются? Просто вот куплет еще идет. А это идет как с эдиты. А эдиты, они должны быть короткими. Можно сделать длинный эдит, но это очень долго время. Мне вот этот момент очень понравился. Здесь реально да, годно да. Сделано вот это вот. Сейчас. Шук-шук, да-да-да. Ну что, звуки такие. Да-да-да, и потом бац, одна пуля и минус 3. Не, ну бит попадает, круто. Да-да-да. Классный фрагер. Чтоб ты понимал, здесь я реально, короче, наклеил себе бумажку, короче, на центр экрана, чтобы были киллы. Ты наклеил мандарин. А, мандарин. Да, тот, который я ел. Еще хуже. Ну слушай, ну блин, классно, неплохо. Блин, фраги классные, трек классный. Да все, в принципе, классно. Согласен. Ладно, за 500 рублей годно. Мне я нравится. Считаю, что это братик лайк. Что будет за 5000? Я хз. Это считаю, должно быть еще лучше. Но там я это. Вижу юспик, пицца с вононан. Так, у тебя красивый цветокор такой. Да, я... прикольно. Ну что, ты готов? 5 косарей. Рублей. Погнали. Ой, блин, я готов. Так. Ой, еще резко накинута, видишь? Офигеть! Нет, очень круто! Офигеть! Я не ожидал, что можно такое сделать, брат! Из моего этих фрагов, брат! Не, ну, годно! Сотни тысяч на канале! Пестика! На! Но пролеток нет! Но бит вообще очень четко попадает. Второй чувак, который за 500 рублей, ой, он заморочился, кстати. Прям вот, типа... Чувак за 500 рублей? Да, заморочился, да. Ну, здесь тут, очень тут, жестко тут, тоже в бит попадает. Да, что да, прям. Мне кажется, если можно было бы объединить два мувика, можно было бы реально сделать, кто-то вот понял. Годноту. Прикинь, реально коллаб вот этих двух мувимейкеров. Да. Ссылочка в описании, ребятки. Подписывайтесь на них. Ребятки, очень классно. Рейтинг. Я затащу это файт. Блин, посмотри, все прям бит. А я не помню, а было ли у других мувимейкеров вот эти минус 4 были? Я не помню, кстати. Я тоже не помню, кажется, не было. Кто-то использовал скиллы на свой вкус, типа. То есть какие киллы им больше понравились, mm-hmm. Я не террорист, но я не читер, я чист. Шагал ты покупакер. Блин, мне это жестко, это жестко. Это вот когда такой эффект делаешь. Да, это очень круто. Ну зато у нас есть классные мувики, три классных мувика под наш трек. Пацаны, ну это очень круто, это очень крутые мувики, ты согласен? Да, 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 да. Мне вообще очень сильно понравились. Нет, ну, сейчас скажу, наверное, из всех мне очень сильно зашло, не по монтажу, а по старанию, второй мувик за 500 рублей. То есть за 5000, да, там очень сильное качество, но если вот, правда, бы их объединить, это было бы вот самое... У тебя самое так прикольно, эти наушники висят на ушах, как у дорога, как у... Короче, пацаны, голосуйте в комментариях обязательно, ребят, голосуйте в комментариях, кто победил. Ну и, ребят, поддержите по ссылочке в описании. Давайте так, если мы наберем под этим роликом сколько? 10 тысяч. Ну,
11 тысяч один лайк. Нет! 16172 лайка, ребята. Если наберется вот такое количество лайков, то мы снимем вторую часть, где закажем мувик еще дороже, ребята. Еще дороже. Пофиг. Главное, все для контента. Короче, пацаны, всем огромное спасибо за просмотр. Лайкайте видео, подписывайтесь на канал, посмотрите предыдущие ролики вот здесь. Вот тут подписочка, все, как это Ерокс научил говорить в конце, тут, ребят. Тут ролик идеальный, тут ролик классный, а тут подписка. Кусай вот. Укусил подписку. Пока. Пока.